Когда мы с тобой встретились, я не знал, что нас ждет впереди. Что вообще нас может объединять? Состоявшуюся 20-летнюю женщину и наивного 30-летнего юношу. Не ощутила этот день, не прочувствовала. Мы настолько долго вообще к нему готовились, столько суматохи было. Но я как одену платье, думаю, все станет на свои места. Внутри меня зародилось счастье. У меня появился ты. Мишенька, ты мой самый любимый мужчина. С тобой я чувствую себя женственной, хрупкой. В твоих руках я чувствую себя защищенной. И самое главное, я чувствую твою любовь. Чувствую, что я любима. От имени государства перед лицом Господа Бога разрешите объявить вас мужем и женой.